Ой, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Чё ты меня царапаешь, шихунчик? А, шихунчик? Что мама порезала? Мама порезала огурец. Огурец. А? Ляля, ты танцуешь выше всех? Выше всех лялька танцует. Значит, лялюшки и первой. Да? Ой, ой, ой. Вот, хватайте, хватайте огурчики. Все хватают огурчики. Донечку прямо вцепились, можно сказать. Ты прям вообще мордульку не убираешь, да? Другим не даешь взять? А это что это? Маленькая. Ой, ты, господи, вы посмотрите у нее на голове. Слышишь? Все уронила она. У нее прям на голове был огурец. Вот так вот прям вот. Вот тут вот на голове был огурец. А ты будешь огурец, малыха, или тебе рано еще? А? Помуслякать возьмешь? Скажи, что это такое? Вот она. А, фейка утащила. Скажи, малышка, я тоже хочу. А маленький суслик, знаешь, да, соболь, он боится из комнаты выходить. Вот малыха вон со всеми носится, тусуется. А ян, трусишка, зайка серенький, да? Ляля, он весь тебя, такой же трус, как и ты, трусишка у нас. Ничего, а потом в себя придет, как станет грозой, как отец, да? Отец молодец. Отец вон как лает. Иногда, правда, когда не надо, но лает же. Фейка не знает, куда же со своим огурчиком притутулиться, да? Хоть и Донечка, скажи, мы огурчики очень так любим. Милусь, милусенька. Ой, скажи, а что тут такое? Что тут вы едите? Что я не успеваю ничего, скажи, да? Малышка, дайте, господи, что побежала узнавать дальше, да? Что, у меня тут еще немножко, прям совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть осталось. Он как быстро огурцы уплетает. Что за дети такие огуречноядные? Так кто-нибудь посмотрит, скажет. Видимо, мать веганка. Травит детей огурцами да морковью. Нет, мясо мы любим больше всего. Мясо это в первую очередь. А уж потом огурцы и все остальное, да? Вот он, да, такой. Тихуй, ну а последний бегусик. Бегусик медленно кушает сегодня. Вот фейка прибежала. Обсловила, да? Все, мы всех целуем, обнимаем и вкусненького перекуса вам желаем.